Всем здорова, народ, с вами LG, это 14 серия строительства нашей космической базы, планируется 20 серий, это 14 уже, и давайте мы сейчас с вами поставим и построим здесь всю нашу необходимую остатки уже последней нашей базы. Нам осталось лишь построить для полноценного выживания еще склад, или как его буду называть, ну склад, как еще сказать, склад, да, наверное, будет это просто склад, на самом деле. Давайте сейчас найдем еще, конечно, создана куча вкладок, я не знаю, зачем это все сделал, можно, в принципе, это все в один было сделать. Наука, да, это, конечно, ограниченные возможности у этого товарища было, который это делал. Сундук с ключом, шкатулка. Сейф. Давайте поставим, конечно, сундук. В него можно зайти. О, отлично, сундук можно поставить. Сейчас мы сделаем с вами, значит, еще одну базу, которая будет у нас основой для нашего будущего склада. Итак, поехали. Итак, дорогие друзья, я построил, значит, вот она, готова уже. Так. Давайте мы с вами сейчас проложим бетонные палки до конца. И уже проложим, сделаем здесь пол, так скажем, который будет довольно-таки полообразным. Так, вот так. Таким вот образом делаем. Вот так. В центре у нас будет что? Бетонный пол, естественно. Здесь даже не будет никакого шлюза, скорее всего. Ну, шлюз будет, но он один будет. То есть их будет не несколько, как бы, слоев. Несколько слоев будет. Так, давайте мы его сейчас сделаем, этот шлюз. Опять же, из-за своего предназначения склад не будет иметь огромных размеров никаких. Вот он будет вот таким вот образом выглядеть. Ну, естественно, построен из космического материала, из алюминия. Это, наверное, не подлежит сомнению, я думаю. Да? Так, давайте мы сейчас сделаем. Здесь крепление поставим. Так. И вот тут крепление, и тут сверху еще крепление. Вот такие вот, как бы, получаются у нас детали. Так, давайте поставим здесь вот еще железки. Вот так вот их поставим. И с этой стороны аналогично сделаем. Ставим такие вот арки, которые будут заполнены полиэстером. Тут будет более такой прочный, потому что здесь будет храниться горючее. Здесь будет храниться очень много всех моих вещей. Ну, как космический склад. Ну, что вы думаете еще? Так, бетон. Соответственно, бетон, все залито бетоном будет. Бетон. Так, сюда. Сюда, вот, блин, вот так сделать надо, да. Так, и вот таким вот образом, собственно, уже здесь, соответственно, будет уже сразу бетонная балка лежать. То есть здесь вот так вот полу из алюминия, полу из бетона. Чтобы, не дай бог, что-нибудь не произошло, там какой-нибудь космический спад. Вообще планета вдруг мы сейчас как и туда упадем на Марс. Представляете, как классно будет. Вот Адан находится в разработке сейчас. В скором времени я вам сообщу. В скором времени выйдет ролик, который будет уже показан. Ну, из-за того, что я записываю сейчас много серий подряд и буду их выкладывать не периодично, то, скорее всего, этот ролик выйдет намного раньше, чем я говорю об этом. Потому что я сейчас это уже 14-ю серию записываю. Или вообще 15-ю. Уже даже сам запутался уже. Так, понимаете, у меня тут куча отснятого материала уже. Так. Готово. Так, наша, собственно, космическая, мягко говоря,
установка, так скажем, да, готова к своему функционированию. И давайте мы ее сейчас сделаем более пригодной для функционирования, собственно говоря. Так, где у нас тут Galaxy Craft? В самый конец идем. Идем декоративные ступеньки. И ставим декоративные ступеньки, соответственно, для красоты, красотищи нашей. Так вот ставим. Так, 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 так. Так, так. Так. Здесь дорожка обычная. Просто, ну, естественно. Просто, естественно, обычная дорожка. То есть, ну, никаких особо таких вот... Охренеть, чего нового нет. Так, обычная дорога. Итак, дальше. Собственно, склад мы построили, основную базу. Все, готово. Вот сейчас вы можете посмотреть, как эта база выглядит снаружи. Мало того, что она красиво построена, так она еще и полностью функциональна. Только издалека, что не видно, не рендерится солнечные батарейки. Так, ну что ж, сколько у нас там времени сейчас? 6 минут. Мы можем еще успеть построить, собственно, наверху нашей лаборатории. Мы успеем сделать надстройку такую, как бы. Как бы надстройка будет небольшого размера, но из алюминия тоже, соответственно. Вот такая вот будет надстроечка у нас. Чик-чик-чик, чик-чик-чик-чик. Нет, даже не такого, она будет даже поменьше, я думаю. Мы сделаем ее вот где-нибудь вот тут на углу. Вот и поставим здесь вот такую вот красивую вышку. Где? Где? Где она? Боже ты мой. Где моя... Где тарелка? Где тарелка? Срочно нужна тарелка. Лучевой приемник, отражатель, яйцо крипера. Все понятно. Все. Все ясно. Походу она здесь находится, да? Тарелка. Но она же блоком была. Ну что, я же помню. Почему она прячется? Почему она прячется? Сейчас найдем. Так, я нашел ее, собственно. Вот она. Как выглядит у нас. Сейчас она смотрит куда-то. Нет, она просто вертится, да? Да, вот она просто вертится у нас сейчас. Устанавливая с чем-то контакт. Как видите, да? Еще я установил map reader, давайте посмотрим. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. Так, Юпитер, Сатурн. Все, соответственно, да, у нас Galaxy Space стоит. Так, тарелка наша вот вращается. И вот, если мы посмотрим, то вот так вот выглядит наша база со стороны. Мне кажется, очень реалистично и очень красиво. Более того, на ней можно жить. Дальше, больше вам скажу. Там вот уже за время нашего уже выросла картошка, выросла морковь, выросла пшеница. Вот. Собственно, на сегодня на этом, наверное, все. Сейчас я гляну, сколько там. Ну, естественно, уже 8 минут уже. Все. На этом все сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Следующая серия будет финальная, последняя. Вот я сейчас все подготовлю для нее. В следующей серии мы финально все запустим. Сделаю специальный автозавод на земле с прогрузчиком. С прогрузчиком чанков, который будет транспортировать нам сюда, собственно, грузы с земли. На этом все. На сегодня ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до новых встреч, друзья. И в группу вступайте. Всем пока. 14-я серия была.